Тебе повезло. Это мой последний рейс. Банда беглых апачей снова вышла на тропу войны. Они перерезали телеграфные провода и разрушили мост из Додж-Сити. И зачем им это понадобилось? Новая железная дорога между Доджем и Эмпайром. Она идет по их земле. And seeing as you're new to Dodge, I thought I'd better warn you about the locals. Разыскивается Джордж Махоуни по прозвищу Ягуляр, виновный в убийстве цирюльника из Эмпайр-Сити, неровно подровнявшего ему бороду. Слушаю. Я ищу Дженни. Эй, Дженни! Откуда у тебя это? От одного парня по имени Нед Уайт досталось. Он просил разыскать тебя. Я помню Неда. Он здорово привязался к одной девчонке, работавшей здесь раньше. Сэдди. Вон ее портрет над стойкой. Сэдди мертва. Что? Откуда ты знаешь? Ты кто такой вообще? Нед был моим отцом. Их обоих убили на том пароходе к северу отсюда. Пойдем наверх. Черт побери, девка! Сколько нам еще ждать, чтобы трахнуться по-человечески? Пока я не освобожусь. А пока уймись, ладно? Опрокинь стаканчик за мой счет. Ни черта, он вперед нас не получит! Пусти меня! Стоять, дура! Ну, давай, покажи, что ты можешь! Остановить его! Черт! Иисусе! Умри! Выскочить внезапно. Попробуем.
Остановить его! Эй, вернись, я еще не закончил! Убери руки. Эй, ну иди к папочке, конфетка ты моя. А что у папы? Ты, видать, струсил, раз до сих пор не бил. Оттащи его от меня! Ну все, ты меня достал! Подойди. Хочу тебе кое-что показать, пока не нагрянули остальные из красной руки. Это все твое. За ночь до своего отъезда Сэдди попросила меня сохранить это все для Неда. Бедняжка, по-моему, она была в него влюблена. Нед никогда не любил шестизарядники. Он предпочитал ружья и томагавки. Куда отправила Сэдди? Empire City, Нью-Мексико. Ее переманили в новый бордель. Наобещали ей там всякого. Но она оттуда сбежала. Знаешь почему? Нет, но, может, узнаю. Как только дорогу откроют, я думаю занять ее место в Эмпайре. Назад! Жди здесь все дотла! Этот ублюдок замочил моего брата! Он собрал всю шайку внизу! Они хотят поджечь дом! Потушу пожар, а ты займись этими пожарниками! Прежде всего, избавься от бандитов с факелами, понял? Спасибо, Колтон! Ну все, я за пожарной командой! Он снаружи, разбирается с остатками шайки! Это круто! Жги все вокруг! Смелее, поджигай! Бей, поджигатель! Они атакуют с запада! Готово! Поджог! Дави поджигателей! Конем дави! Жги все вокруг! Опять крут! Они заходят! Такое чудо выучилось так славно стрелять. Он полыхает как надо. Ха-ха-ха!
Ну давай, разберемся! Если ты на самом деле мужик! Так, значит, решил, что самый быстрый. Держу пари, он умер, прежде чем коснулся земли. Ты меня арестуешь? Я хочу нанять тебя. Я Патрик Дентон, городской шериф. Где ж тебя носило, Пат? Здесь такое творилось. А? Там на мосту Апачи устроили настоящую бойню. Слушай, мне нужны такие стрелки, как ты. Сегодня он занят со мной. Ух ты! Ну и счастливчик. Как передумаешь, приходи на мост к западу от города. Женя, ты тайны хранить умеешь? Я сама сплошная тайна, милый. Я был на том пароходе. Я видел проповедника, командовавшего резнёй. Проповедник? Примерно неделю назад объявился здесь один пастор по имени Рид. Сэдди искал. Он не сказал, откуда он родом? Сказал, что пришел из Эмпайра. Тогда я поеду с тобой. Я знакома с тамошним мэром, его зовут Худо Браун. Если кто и в силах отыскать твоего проповедника, так это он. Ну что ж, пожалуй, мне пора к мосту. Надо помочь шерифу расчистить путь. Сдачу оставь себе.